Во многих отраслях стоматологии важно и нужно создавать модели челюстей. Это используется при исправлении прикуса, при протезировании, в детской стоматологии, в спортивной стоматологии. Раньше для того, чтобы сделать модель челюсти, стоматологу приходилось снимать слепки, погружая зубы в специальную слепочную силиконовую массу. Сейчас есть способ лучше. Мы в семейном стоматологическом центре Диалдент применяем специальный сканер отличной немецкой фирмы Сирона, с помощью которого мы можем сделать трехмерные модели челюстей без использования силиконовой слепочной массы. Это удобно, достаточно быстро, хранить такие трехмерные изображения легко, они не занимают никакого места в отличие от стандартных слепков или стандартных моделей. Так что это технология будущего, и в нашем семейном стоматологическом центре Диалдент она очень активно применяется. Необходимо помнить, что цифровые слепки не заменили полностью аналоговые слепки, и на сегодняшний день применяются в хороших стоматологических клиниках обе технологии. Посмотрите, как удобно работать с трехмерной моделью челюсти. Ее можно смотреть со всех сторон, крутить, переправить за 6 секунд на другой конец света. Очень удобная технология.